Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить быструю пиццу на сковороде. Тесто должно быть не густое, по консистенции похожее на тесто, как для оладий. Вот, муки я добавила 5 столовых ложек с горкой. Вот такое должно получиться тесто. Займемся начинкой, нарезаем колбасу на кружочки. Также нарезаем бычок тоненькими полукольцами. Натираем сыр на мелкой терке. Все ингредиенты готовы, отправляемся жарить пиццу. Выкладываем тесто на разогретое растительное масло. И распределяем его. Теперь добавляем кетчуп. Вкладываем колбаску и лучок. Посыпаем тертым сыром, убавляем огонь до минимального и накрываем крышкой. Вот и все, пицца готова.